Впервые мы, можно сказать, наткнулись на французский прибрежный городишко Калиур совершенно случайно. Это было очень давно, когда мы только начинали жить здесь, и все, как поется в песне, было впервые и вновь. Мы возвращались из Парижа на машине, изрядно устали и решили остановиться и поужинать в первом попавшемся маломальски подходящем месте. Местом этим, как вы уже догадались, оказался Калиур, о котором мы ничего тогда не знали. Но, тем не менее, с первых же минут знакомства с ним испытали странное ощущение дежавю. Калиур в лучах заходящего солнца показался нам очаровательным. Настолько, что поужинав, мы так и не смогли оттуда уехать. В гостинице нашелся подходящий номер, и наутро со свежими силами мы взялись за этот совершенно камерный по своим размерам уголок Франции по-настоящему. Мы буквально вгрызлись в него, как две осы вгрызаются во вкуснейший кусок мяса, и Калиур полностью оправдал наши ожидания. Выяснилось, что дежавю ничуть нас не обмануло. Мы действительно заочно уже были знакомы с Калиуром по работам таких художников, как Анри Матисс, Андре Дерен, Жорж Брак и даже сам Пабло Пикассо, так восхищавшийся необычайной глубиной цвета неба над Калиуром. В наши дни в Калиуре есть целый квартал художников, называемый Мюре. Так что, будучи в этом славном городке, расположенном в двух полетах стрелы от испанской границы, не забудьте по нему прогуляться. Тем более, что сделать это несложно. Начинается этот квартал от самой бухты, а дальше кривые, как душа политика, мощеные улицы резко всползают на крутой холм. Собственно, как и в старом городе каталонской Жироны, эти улочки с тем же основанием можно назвать лесенками. Так что попыхтеть временами все-таки придется. Но это если спешить. А спешить вы, конечно же, не захотите. К этому не располагает сама уютно-камерная атмосфера района. К тому же, чем выше вы будете забираться, тем более приятные виды будут открываться вашим взором. Изначально в районе Мюре проживали классические французские рыбаки, что вполне понятно. Городок портовый, и даже по сию пору на территории его работают три консервных завода, что доказывает, традиционный промысел жив и в наши дни. Окей, скажете вы, с рыбаками понятно. Ну а что там с художниками? Здесь требуются кое-какие пояснения. К началу 20 века Калиур был тихим, заштатным и малоизвестным городком. Времена средневековой славы остались далеко позади. Однако 16 мая 1905 года случилось событие, изменившее историю этого места навсегда. Сюда прибыл молодой художник Андре Матисс, у которого за плечами было 36 лет, многочисленные проблемы и далеко не тот уровень признания, на который он рассчитывал, и который впоследствии все-таки получил. Невзирая на жизненные трудности, Матисс был настолько очарован красотами Калиура, что тут же пригласил своего молодого друга Андре Дерена составить ему компанию. Дерен примчался в Калиур в августе того же года и был, подобно Матиссу, очарован яркими красотами городка. Дело в том, что если расположенный неподалеку каталонский Кадакес, еще одна мекка художников, исповедует принцип «все дома исключительно белые», и это великолепно работает, то в Калиуре, в районе Мюре, правила совсем другого порядка. Все дома разноцветные. Для Матисса и Дерена, вынашивавших концепцию фавизма с его кричащими цветами, столь славное разнообразие вкупе с живописными пейзажами оказалось настоящей находкой. Тем жарким летом 1905-го оба до самозабвения писали виды Калиура, изучая искусство изображения цвета и света. Наряду с отдельными мазками они стали вводить плоскости чистого цвета и активнее использовать выразительные возможности интенсивных цветовых контрастов. Пытаясь передать особые эффекты освещения, подмеченное ими в Калиуре, Матисс и его товарищ стали располагать мазки на небольшом расстоянии друг от друга, так что между ними просвечивает холст, который в общей структуре картины воспринимается как свет палящего южного солнца. Дальнейшее известно, дорогие друзья. Осенью того же 1905-го вид Калиура, приобретенный, кстати, впоследствии Щукиным и находящийся ныне в коллекции Государственного Эрмитажа, был выставлен на осеннем салоне и произвел настоящую сенсацию. Невиданная ранее дерзость открытого кислотного цвета, невероятная примитивизация приемов живописи с легкой руки критика Луи Макселя, за Матиссом и его последователями закрепилось прозвище «Дикие». Так начинался фавизм. Сегодня в Калиуре существует так называемая тропа фавизма, позволяющая посетить места, запечатленные Матиссом и Дореном на своих картинах.
Оба художника, получившие немалую известность после вышеупомянутого осеннего салона, что называется, задали тон и сделали место модным, что привлекло сюда десятки разных мастеров, среди которых можно упомянуть имена Дафи, Хуана Гриса, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали. Сегодня Кольюр, этот идиллический французский уголок земного шара, продолжает служить источником вдохновения для десятков художников со всего света. Многие приезжают сюда осмотреться и почтить память старших товарищей, но, точно так же пораженные красотами Кольюра, решают остаться здесь навсегда и селятся, конечно же, в районе Мюре. Вот почему, прогуливаясь там сегодня, вы гораздо чаще будете встречать мастерские художественные галереи, чем рыбные магазины. В отличие от рыбы и морепродуктов, искусство вечно, и число желающих посвятить свою жизнь творчеству из года в год только возрастает. Сегодня в районе Мюре можно насчитать 30 с лишним художественных галерей разного качества и размера, а в галереях этих частенько сидит по художнику совершенно классического вида, в берете с бородой и трубкой, если, конечно, речь идет о художниках-мужчинах. Художницы в Кольюре по традиции бород не носят, однако тоже широко представлены в рядах городской богемы. Так что всякий желающий по сходной цене может приобрести какое-нибудь произведение живописи или скульптуры. И кто знает, возможно, эта покупка ценой в 15 или 50 евро впоследствии будет стоить миллионы. Ну а если этого все же не случится, станет служить вам приятным напоминанием о романтическом городке Кольюре, где мы всегда бываем с удовольствием. Бухта Кольюра – одна из красивейших в регионе, а над бухтой, вырастая из скал, на которых он был построен, нависает отвесная каменная громада королевского замка. Чтобы понять всю его мощь и явную неприступность, достаточно пройти по набережной и, оказавшись под замком, поднять голову к небу. И сразу всей кожей ощутишь, какое должно быть непростое и хлопотное было это занятие – взять эту цитадель с бою. Да, в первую очередь это именно крепость, а уже затем резиденция королей, предназначенная для комфортной жизни и увеселений. Зубцы на сохранившихся со времен средневековья башнях, бастионы, выстроенные по всем канонам фортификационной науки, эти элементы, появившиеся в разное время, так или иначе свидетельствуют о том, что обороне здесь всегда придавалось первостепенное значение. Что не должно удивлять, Кольюр, расположенный в приграничной зоне, всегда размещался в средоточии вечных военных конфликтов. Следует отметить, что королевский замок в Кольюре представляет собой сочетание как минимум четырех замков, что связано как с историческими особенностями места, так и с разными хозяевами Кольюра. Россельон был завоеван римлянами около 120 года до нашей эры, а затем в 418 году оккупирован вестготами. Первое документальное упоминание об укрепленном месте в Кольюре относится к 673 году, когда Вамба, король вестготов, осадил так называемый Castellum Cauco-Liberi, чтобы подавить восстание. В 12 веке Жерар II, последний независимый граф Руссельона, завещал свою землю Альфонсу II, королю Арагона и графу Барселоны. Дабы усилить экономическую мощь Кольюра, короли Арагона предоставили городу привилегии и налоговые льготы. Была организована ежегодная ярмарка, и в замке, порту и в городе были проведены важные работы. А затем в Кольюр прибыли рыцари-тамплиеры. Орден в ту пору находился на пике своего могущества и пользовался повсеместной поддержкой монархов, в том числе и королей Арагона. Именно тамплиеры построили замок, завершив его приблизительно в 1207 году, так что самое старое из сохранившихся и видимых нам сегодня строений восходит к началу 13 века. В 13 веке Кольюр был присоединен к королевству Майорка. Именно короли Майорки и построили второй замок рядом с замком тамплиеров. Надо сказать, в те далекие времена в состав уже несуществующего давно королевства Майорка входили владения Монпелье, графство Руссельона, Серданья, Конфлан и Вальеспир, а также Балиарские острова. Учитывая некоторый разброс владений, часть из которых находилась на островах, а другая на континенте, короли Майорки были преимущественно странствующими, напоминая цыган или бременских музыкантов. Им не сиделось на одном месте. Кроме того, нужно было постоянно напоминать о своем присутствии вассалам и рабам, чтобы те помнили, кому принадлежат. Вот короли путешествовали со своим двором, часто переезжая из Магеллона, недалеко от Монпелье, в Перпиньян, в Пальму-де-Майорку или в Кольюр.
Вот это, кстати, важный момент, может быть, самый важный во всем этом ролике, потому что он поучительный. Дорогие друзья, если все-таки вам привалит удача и вы станете королем, оказавшись единственным племянником какого-нибудь бездетного монарха, ради бога, умоляю, заклинаю, не сидите на месте. Путешествуйте, перемещайтесь, регулярно напоминайте своим подданным, что вы король, иначе дела пойдут из рук вон плохо. Иначе эти самые подданные, как водится, мгновенно отобьются от рук. Так устроен наш мир, и ничего с этим не поделаешь. Но вернемся к нашему замку. В начале 14 века, как известно, орден тамплиеров был уничтожен королем Франции. Многие из избежавших ареста рыцарей монахов искали спасения на территории королевства Арагон. На той же Майорке, например, тамплиеров не только не преследовали, но даже выплачивали им пенсию. Это, тем не менее, нисколько не помешало королям Майорки присоединить владения тамплиеров к своему замку, объединив их в один комплекс. Затем королевство Майорка кануло в лету, и Калюр перешел под власть королей Арагона, а затем и испанских монархов. Начиная с 15 века, функции королевского дворца замок практически не выполнял. В нем проживали королевские чиновники различного достоинства, призванные блюсти интересы королей на задворках империи. С блюдением, однако, получалось не очень. В 17 веке Калюр оказался в центре войн между испанскими Габсбургами и французскими бурбонами. В 1642 году войска Людовика XIII осадили Калюр и Королевский замок. Десятки тысяч человек, включая Тюрена, Д'Артаньяна и королевских мушкетеров, заняли холмы, возвышающиеся над городом, в то время как французский флот заблокировал порт. Испанцы, в конце концов, вынуждены были сдаться. В 1659-м Франция аннексировала Руссельон и Калюр окончательно, и замок навсегда перешел в руки французов. Знаменитый военный инженер Вабан построил бастионы, укрепил структуру и модернизировал форт Сент-Эльм, расположенный на стратегическом холме на некотором удалении от Калюра. Да, испанцы еще не раз пытались вернуть Калюр, однако безуспешно, он так и остался французским. В марте 1939 года замок Калюра был превращен в мужскую тюрьму и стал первым дисциплинарным лагерем для испанских беженцев, покинувших Испанию в результате поражения в гражданской войне. С 1941 года здесь содержались узники режима Виши. В наши дни замок является собственностью Генерального совета Восточных Пиренеев и одной из важных туристических достопримечательностей в Северной Каталонии. Да-да, дорогие друзья, население Калюра и вообще именно этой южной части Франции великолепно помнит о своей этнической принадлежности. И напоминания об этом будут встречаться вам здесь повсюду. Что до замка, часть его используется французскими командос, центр подготовки которых находится здесь же в Калюре. Однако большая часть замка – это музей, посещение которого будет интересно всякому, кто неравнодушен к истории. Театр-музей Сальвадора Дали в Фигересе – один из лучших художественных музеев мира и один из самых непостижимых извне. Можно прочесть о Дали десяток книг и посмотреть столько же фильмов, музей по-прежнему останется для посетителя загадкой. Дело в том, что Дали создал этот музей лично и, пользуясь своей любовью к мистике и тайне, допустил в музейные залы такого фантасмагорического тумана, что сам черт сломит там не то что ногу, а все две. Не обладая узкоспециальными знаниями касательно того, что означает тот или иной объект в пространстве музея, в какой логической связи пребывает с остальными и почему в соответствии с волей Дали он был размещен именно в этом месте, а не каком-то еще. Иными словами, не владея тайным музейным кодом, разобраться в этом пышном торжестве энтропии решительно невозможно. Вот почему специалист по творчеству Дали и по театру-музею в частности здесь критически необходим. Приезжайте, будем разгадывать тайны великого сюрреалиста вместе. Именно живописный силуэт церкви Богоматери Ангелов придает бухте Калюра неповторимый вид, хотя, конечно, поневоле задаешься вопросом, зачем нужно было строить храм там, у самого входа в защищенную бухту, где куда больше пристало бы расположиться маяку. И сомнения по этому поводу не случайны.
Действительно, колокольня церкви Нотр-Дам-де-Занж – не что иное, как старинный маяк, который в свое время указывал на положение порта Кальюр с помощью дыма в светлое время суток и посредством костра ночью. Чтобы понять, как получилось, что церковь, возведенная в конце 17 века, была по сути пристроена к маяку, погрузимся на 2 минуты в историю. Когда в 17 веке Кальюр, находившийся до того в владениях испанской короны, а еще раньше короны Арагона, перешел под власть Франции, французы занялись переустройством и реставрацией замка королей Майорки. И по приказу знаменитого военного инженера и архитектора Бабана, старая церковь, находившаяся ранее на возвышении рядом с замком, была снесена. Она мешала возведению Гласиса, пологой земляной насыпи замка-крепости. Каталонцы, насильственно обращенные во французов, негодовали и возмущались. В конце концов, консулы Кальюра получили от Вабана разрешение построить новую церковь на рифах, закрывавших вход в бухту. Король выделил горожанам небольшой участок земли, а точнее скалы, именно рядом со старым маяком, который городские власти решили не сносить, а использовать в качестве колокольни. А как же маяк, спросите вы? Ответ прост. Вабану больше не нужен был порт в Кальюре. Он предпочитал глубоководный залив Порт Вандер. В результате надобность в маяке в Кальюре по сути отпала. Сохранилась его постройка лишь потому, что в спешном порядке была переквалифицирована в колокольню. Первый камень церкви Богоматери Ангелов был заложен и освящен в июле 1684 года, а 3 года спустя приступили непосредственно к строительству. Строили быстро. Торжественное освящение церкви состоялось 6 апреля 1691-го. Колокольня, в которую был преобразован старый маяк, была завершена 2 годами позже. Строительство галереи, примыкающей к храму, было закончено в 1694-м. А 30 лет спустя городской совет проголосовал за выделение субсидий в размере 400 франков на строительство довольно забавных общественных туалетов вдоль церкви, которые имеют вид оборонительного укрепления, навесной бойницы, и многие ошибочно воспринимается в качестве таковой. Однако, друзья, это туалеты. Церковь была спроектирована по классическому для Руссельона плану, заимствованному у испанских готических церквей, с одним нефом и боковыми часовнями между контрфорсами. Однако главное сокровище церкви Богоматери Ангелов – великолепнейший запрестольный образ главного алтаря, изготовленный мастером Жозефом Суньером. Контракт на сооружение главного алтаря церкви Богородицы Ангелов в Кальюре Суньер подписал 6 октября 1698 года. В этом договоре очень точно указаны условия реализации запрестольного образа. Заказ, согласно договору, следовало полностью выполнить в течение 4 лет, считая с 1 октября 1698. За счет мэрии Кальюра Суньеру, его семье и рабочим на весь срок строительства предоставлялось жилье, полностью освобожденное от налогов. Кроме того, он должен был получать долю тунца, привезенного с каждого улова. Цена алтаря была установлена в размере 600 золотых двойников или 3300 фунтов серебра в перпиньянской валюте, подлежащих оплате 5 частями в зависимости от хода работы. Как видим, гонорар весьма приличный, однако и результат получился потрясающим. Так что будете в Кальюре, постарайтесь не пропустить эту красоту. В районе восточных Пиренеев, где традиционно и преимущественно использовались водяные мельницы, ветряная мельница Кальюра – живописное исключение из общего правила. Эта мельница, которую также называют «Ла Картина» по названию местности, где она расположена, одна из доминант портового городка, расположенного на уровне моря. Вы увидите ее силуэт как с моря, так и с любой более высокой точки. А увидев, возможно, захотите прогуляться к этой старинной постройке. Сделать это вовсе не сложно. Путь, начинающийся за зданием Музея современного искусства, займет совсем немного, зато подарит замечательные виды на Кальюр и окрестности. Мельница, кстати, самая старая в регионе, была построена в 14 веке, после того, как граф Раймунд Тулузский, прокурор короля Майорки, 11 февраля 1337 года предоставил Жаку Эрмингальду из Кальюра разрешение использовать мельницу для измельчения зерна или других культур.
Долгое время мельница трудилась на благо хозяина и горожан, однако мир необратимо менялся, и место для ветряных мельниц, как и для рыцарей печального образа, в новой реальности, в конце концов, совсем не осталось. Мельница использовалась все реже, постепенно ветшала и к началу 20 века превратилась в самую настоящую руину. Далеко не сразу осознав этот печальный факт, городские власти все-таки предприняли попытку восстановить мельницу. Полностью работы по восстановлению завершились в 2001 году. После реставрации мельница Кальюра кардинально изменила свое предназначение. Если первоначально она предназначалась для измельчения зерна, теперь все по-другому. В наши дни мельница используется для производства оливкового масла. Вот такой он, расположенный всего в паре часов езды от Барселоны, французский Кальюр, дорогие друзья. Разумеется, в этом небольшом ролике мы вовсе не ставили себе целью препарировать все его достопримечательности. Однако и того, что мы показали, надеемся, оказалось достаточно, чтобы понять, Кальюр – место, всячески достойное посещения. И на правах маленькой авторекламы. Помните, друзья, мы живем здесь давным-давно, мы излазили каждый уголок Каталонии и ближайших окрестностей как самостоятельно, так и с туристами, и мы работаем без посредников. Если нужны традиционные или гораздо более эксклюзивные туры, милости просим к нам. Отвезем в дичайшую дичь, глушайшую глушь, одним словом, покажем места дикие и дико красивые, либо сделаем что-либо более традиционное, тут уж решать вам. Одним словом, приезжайте, будет интересно.